Всем привет! Хочу еще раз заснять этот катасетум, филиатум. Он все-таки открылся. Я думаю, что шире он уже открываться не будет. Но у него появился запах. И такой специфический, я бы сказала. Вот у меня есть коробка, где я держу специи. То есть там все разные специи для рыбы, для мяса. И вот это вот что-то вот, когда эту коробку открываешь, такой душок разных специй. Вот что-то, я даже не знаю, как это все описать. Такое, то есть сладкого там ничего нету. Какими-то специями. Корицы там точно нету. Синамон, это как у нас? А, ну да, корица, да. Нету. Какие-то вот такие терпкие. Ну, очень даже интересно. То есть это не противно. Это даже очень интересно. Я сейчас попробую еще на солнце вынести. Он белый. Конечно, что-то там есть зеленоватое на лепестках. Но в основном, так как это форма альба, заснять его... Он отсвечивает. И надо же, я сейчас заметила, корни пустил. Ну, это, конечно, даже не знаю, почему. Влаги, наверное, мало. В общем, вот так вот мы распустились и запахли. Довольно-таки сильно и необычно. Так, иди сюда обратно. Ну, конечно, была бы красота, если бы вот эти вот не отсохли, да. Хотя с одним милота. Тоже интересно.